Казахстан с официальным визитом посетит президент Туркменистана. Вопросы подготовки к встрече на высшем уровне Нурсултан Назарбаев обсудил сегодня во время телефонного разговора с Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщает пресс-служба главы государства, лидеры двух стран также затронули актуальные темы сотрудничества Астаны и Ашхабада, в числе которых реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Казахстана в Туркменистан в декабре прошлого года. Назарбаев и Бердымухамедов высоко оценили итоги этого визита и еще раз подтвердили необходимость эффективного использования торгово-экономического потенциала двух стран.